Зарильский, шалом. Сейчас, одну секундочку. Ссылочки раскидаю сейчас. Зарильский, шалом. Сейчас, одну секундочку. Никто нигде не делится, надо самому. Ссылочки раскидаю сейчас. Зарильский, шалом. Никто нигде не делится, надо самому. Сейчас, секундочку, мне тут что-то... Накидали. Все это не надо. Сейчас мы тут еще кое-что сделаем. Что у меня по громкости? Сейчас тут у меня что-то. Где находится этот рынок? Так, сейчас, люди, извиняюсь, что у нас тут? Да, я здесь. Шалом, Зарильский, ты, как всегда, первый, бдишь, ждешь. Так, еще ссылку у группу, то пока до всех дойдет, а может и не дойдет. А так, в группе раз. И есть. Зарильский, черкани, что там? Видно, слышно, качественно, тихо, громко. Клево, не клево. Тишина.
Ну, никого нет, еще проще, сейчас закрою все. Что мне ничем заняться? Шулем? Шо ты шулем? Денег кому-то шулем? Шалом, Алекс. Вечер добрый. То я так думаю, заскочу, будут люди, останусь. Не будет, пойду делами заниматься. Шаббат вышел, можно входить в рабочую неделю. Очень не хочется. Ну надо. Бабочка, что такое? Алекс, черкани там, видно, слышно, нормально все. Да? Там жена уже говорит, с телефона меня смотрит. Самый ярый мой поклонник жена. Так, ой, Игорь Колос, доброго вечера, шалом, все ок, спасибо, Алекс, видно, слышно хорошо, Влад, здорово, шалом, видел, только сейчас увидел в WhatsApp твое сообщение, Влад, ну здорово, классно. Я тоже с телефона. Да, сегодня все с телефонов. И стрим с телефона хороший. То есть, когда я делал, сегодня такие телефончики. Просто прелести. Мы только с дня рождения. Мы еще успели сегодня сбегать быстренько на день рождения к племяннику, поздравить его с 18-летием. Вчера он у нас был, шаббат встречали. Сегодня мы к нему побежали, поздравили его и бегом домой. Сыну в армию собираться. А вот такие дела, малята. Думаю, как сейчас пойдет, может быть, вытащу сумки и буду показывать, что на этой неделе намутил, чтобы завтра отдельный ролик не делать. А если не будет людей, значит, не буду ничего делать. Завтра есть чем заниматься. А так большой кусок времени, а так бы сразу на стриме и общались, и показывал что-нибудь. Начнем что-нибудь показывать, там посмотрим. Да, тут надо пробить еще по интернету. Вот такую штуку мне подогнали. Типа родина мать зовет, только меч обломан. Где она? Так будет виднее на второй камере, наверное. Сейчас попробую. Да не будет оно виднее. Да не надо мне лампу, я так буду показывать. Вот оно. Внизу написано Волгоград. И меч. Ну, короче, от меча остался только молоток какой-то. Надо сюда меч. И пробить, что оно вообще такое, с крыльями какими-то. Так вроде бы больше ничего не обломано. Да,
Да, новый подписчик. Тима, шалом, привет, добрый вечер. Почему мне это самое не сфокусировалось? Почему на английском пишется? Ну да, на английском. Кого громче? А, у меня, да. У меня, да. Друг, кто задонатит, я не услышу. Родина, мать, забивает. Да, 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 Алекс. Ну, реально, смотри, такой молоток остался в руках. Вот. Может так, в принципе, и выставить на eBay с молотком. У меня где-то валяется меч какой-то. Надо попробовать его сюда прикрутить. Где-то у меня валяется какой-то меч. Я вот когда нажимаю донат, то есть здесь. Ну, естественно. Да. Тайный знак обрезания, да, серп и молот. В общем, вот такая вот мать. С непонятного сплава. Какой-то. Ну, для силуминия легковато, мне кажется. Вот она так, знаете, по весу как чугун. То есть, ну, она такая весомая, да? Нелегенькая штука. Но внутри она светлая. То есть, светлый металл. Ну, это сплав какой-то, скорее всего. Какой-то сплав. Это не чугунина. Вот. Надо будет, конечно, посмотреть, поизучать, что это такое. Потому что, ну, честно говоря, вот так вот, по моему опыту, да, не СССР. Это такая, как цеховая работа 90-х. Потому что СССР, ну, смотрите, снизу такая дырка, да, она неровная, ничего, не заделана. То есть, ну, вот как цеховики делали в 90-х. Много таких всяких подсвечников, статуэток, Лениных, Сталиных, то даже бомбили по-черному. Вот мне кажется, что вот эту шнягу тоже делали в 90-х. Надо будет найти, посмотреть. Силумин, да, но я тоже думаю о силумин. Думаю, силумин. Да, силумин, скорее всего. Но вот знаете, вот я же силумином как бы много работал по жизни. Тяжеловато для силумина. То есть он более такой легкий. И звук не такой звонкий у силумина. Хотя. Ладно, будем разбираться. С матерью ее. Ой. Мне в пятницу притарабанили в магазин. Они такие были с завода. Ага. Лев, привет, шалом. Открыток мне натарабанили. А, тут тарелочка. На стеночку. Подвесная. Венеция. Прикольная такая тарелочка. Венеция. С подвесочкой. Тоже. Это все складываю на стримы разыгрывать. Алло. И куча открыток советских. Тбилиси. Такой целый блог. Блог. Так. Лекси Ингланд, добрый вечер. Шалом. Ложись, 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 ложись. Слышки молчат.
Почему вышки молчат? За вышки никто не платит, поэтому молчат. Так, еще вот такой блог Баку. Прикольные они тут. Ты боишься. Я уже открывал, смотрел. Так, алло, чего-нибудь страшного нет? Так, катухи закапывают. Они такие, ну, старые вот эти вот времена, да? Открыточки такие классные. Дворец имени Ленина. Ну, что страшного? Там вот нигде не написано. Вот так вот. Открыточки прикольные. Что тут такого? Тетеньки, дяденьки, заводы, пароходы, вышки. Тоже открытки пока все в сторону кидаю, у меня там накапливается. Феодосия Планерская. СССР. 71 год. О, Радянська Україна, Київ. Художник-редактор Тихонов. У комплекті 8 листів. Да, щоб всі подавились этим звуком. Бю-бю-бю. Да, хто такое? Ну да, как раз год назад был в Баку. Хорошо тебе. На 8 часов. До 8.05 Лев заказал тик-так. Феодосия. Вот это непонятно. Мингичаур. Кто-то знает, что такое Мингичаур? Что это такое? Что в лесу сдохло, лев задонатил. Да. Там ни в одном виде сдохло. Там сдохло семейство целое. Что такое мингичаур, люди? Кто-то знает? В комплекте 12 отрывок. Проспект Мира. Мингичаур. Один из самых молодых городов Азербайджанской ССР. Он вырос на берегу Куры, где в 1945 году началось строительство гидроэнергетического комплекса. Творческий труд советских людей, неузнаваемого, преобразил это место. Перегородила Куру, высочайшая в мире земляная плотина, ну, ля-ля-ля-ля-ля, ГЭС. Ясно, короче, это Азербайджанская ССР. Тоже Азербайджан. Да. Я за два заплатил, включая второй, не жадничай. Да? Всім привіт з файного міста Тернополя. Шалом, Володимир Варварін. Привіт файному місту Тернопіль. Так. Мінгичаур. Ансамбль Дворія Баку. Ширван Шахов. Какая-то брошюрка. Вот така. Видно что-то?
1980 год, Баку. Здоровенькие були. Так, тут куча всяких Лениных, Гоголей, там памятник. А, о, кстати, вот она, эта тетка, что я показывал, с молотком у меня. Тетка с молотком? Не, она с мечом. Памятник ансамбль героям Сталинградской битвы, Волгоград, Мамаев курган. Да, вот она тут у меня в открытках. Тоже наборчик. Короче, открытосов мне подогнали пачечку очередную. Не люблю я бумагу, но дареному коню зубы не смотрят. Котярка пришел, смотрит. Моня, что это бибикает? Тик-такает. Моня. Моня. Якось там справи в нас пека, тені 30. Да, Володимир, у нас також жарко. Сейчас на улице были. Все для тебя. Дворцовый комплекс в старом городе, Букет. Ага. Я понял. Так. Еще минутку и отключаем. 5 минут. Я тебя запускаю на 5 минут. Как ты вычисляешь? Я слежу за временем, потому что подписчик подогнал мне эти штуки, а его если заводишь, короче, он с утра до вечера тикает. Включите метроном. А, выключите, выключить 100 рублей. 100 рублей, его сразу выключаю. Плохо слышно. Но нормально меня слышно. Главное, метрономы слышно. Это же не я, это Лев. Лев заплатил, я включил. Правильно? Выключить 100 рублей, я их выключаю. Так, надо... Вы тут посидите пока без меня, я схожу за сумкой, притарабаню, что купил на барахолке. Буду разбирать и показывать. Да, слушай, может кто-то захочет выключить. Да, я пошел на другой канал. Бред с метрономом. До свидания. Какая разница кто? Да, иди за что. Там не плевать, что на дизы, что ушел на другой канал. Еще никто не понял, куда попадает или что.
Ставим диз, отписываемся и валим. Я делаю то, что я хочу делать. Мне какие-то там дознания кого-то не нужны. Смотрят те, кому это интересно. Кому не интересно. Так, сейчас я руки освобожу, а то весь в часах, в кольцах, блин. Есть. Так, время вышло, вырубаю метрономы. Да, по 5 минут я даже больше дал. Это же для льва. Для льва можно побольше. Он любит метрономчики. Шикарные метрономы, просто не могу нарадоваться. Обалденные. Кто не видел, покажу так поближе. Немецкие метрономы. Очень маленькие. Видите, в ладошки помещаются. С крышечками, все легенькие. Просто сказка. Так благодарен подписчику. Просто супер. Фу, так. Уставший. Ой, еще спину что-то подтягивает. Так, купил. Даже не знаю, что я буду с этим делать, но что-то буду с этим делать. Мне очень понравилось, что оно старое такое. Видите, какое оно старое? Вообще, короче. Данных никаких не вижу. Вот такой в стекле портрет. Карандашом написаны. Но, знаете, так навскидку по шнурочку и гвоздям. Да нет, я боюсь ошибиться. Галстука нету. Пиджачок с высоким воротником. Не с низким. Рубашка не под горло, широкая. Вы знаете, я думаю, довоенный. До Великой Отечественной. Я так думаю. Я могу ошибиться, конечно, но если даже послевоенные, то это где-то, ну, 40-е, начало 50-х. Потом это все уже выглядело немножко по-другому. В общем, взял такое на барахолочке за 10 шекелей. Барахолочка была не дешевая. У того же продавца. И вот тут вот фотка в рамочке. Тети какой-то. А вот здесь вот уже есть сзади вот такой вид у нее. А тут уже есть бирочка. Так, а на бирочке у нас Листографская фабрика ГУМП, Ленинград, Фотоспарта 2430, Арт ЛГ 87, 900-053, цена 2 рубля. Года тоже тю-тю. Такая тетенька. Так, еще один деревянный такой же. Но
портрет, видать, был вынут и уже вставлена фотка. Сама рама. Ага, вот, кстати, рама другая. Вот эта рама уже послевоенная. Да. Вот это послевоенная рама. Не знаю, та же тетя или нет, но рама послевоенная, тут уже видно. Подставка. Тут надо будет разобрать, посмотреть еще. Может, там под низом портрет. Петелечка. Ну, такая тетенькая. Дальше. Русская живопись, 19 век. Вот такая книга, блин. Видите размер книги? Размер моей спины. Смотрите. Тяжелая. Умели делать. Так, что мы имеем? Я вам буду, наверное, второй камерой показывать. Сейчас мы ее расширим. Я сейчас покажу людям, какого года, шмода. Что-то не скажу. Сейчас я тут провода застряли. Так это выглядит. Русская живопись 19 века. Государственное издательство изобразительного искусства, Москва, 59 год. Наверное, надо как-то вот так. Вот так четко видно. Дорогому Моти с дружескими пожеланиями от Яши. Сколько денег? Что? 130. Шекелей? Вот Аня нашла ее на eBay, 330 шекелей. 15 июля 1961 года. А, нет, тут листы, стоп. Тут листами закрыто. О. Пушкин. Кипенский. Слушайте, классные эти самые. Такое жалко продавать в натуре. Лошади. Тетя с лошадями. Слушайте, классная штука. Опа. На меня в детстве похоже. Ну, фокусируйся. Щедрин. Ох, ничего себе, что это такое? Бюлов. Брюлов. Последний день Помпеи. А-а-а. Ясно? Да вам не хухры-мухры. Ой, я его не показал уже. Последний день Помпеи. Брюлов. Толстая тетя и худенькая девочка. Иванов. Тоже какие-то. О, что это такое? Иванов. Явление Христа народу. Прикольно, я думал, это тупо фраза. А это картина такая. Иванов, голова раба. Кажется,
зачетно, тільки ще б замість руска була українська живопись, було б бомба. Найдемо українську постепенно. Опа, голий мальчик, нормально? Що це? Іванов, обнажений мальчик, сидящий на драпіровці. На чому сидящий? Надо прикрыть наготу. Блин. Это большой мальчик. Слушайте, я так буду, наверное, полночи листать. Тут картины этих. Ой, ведьма какая-то. Ой. Слушайте, очень прикольно. Очень-очень. Я вообще, наверное, запилил ролик отдельный и показать вот это вот дело. Супер. Суперская книга. Честно, даже продавать жалко. Ой. Сколько стоило? О! С 11.61 6 рублей 10 копеек. Посмотрим еще, что сзади. Русская живопись. Тираж 25 тысяч всего. 25 тысяч всего лишь. 61 года, да? Сколько их сохранилось? 25 тысяч вообще ничто. Не-не, она продаваться не будет. Она будет лежать дальше. Пусть лежит дальше. Так. Фу, тяжелая книга, устал листать. Да, последний день Помпеи, супер. Эротика моего детства. Да. Так. Так и здравствуйте. Дмитрий Ярин, шалом, добрый вечер. Так, я буду камеру так вот периодически делать. Еще книжечка. Книжечка. Шедевры мировой живописи, живописи в музеях СССР. Слушайте, тоже серьезно очень. Тоже очень серьезно. Но книжечка поменьше. Так это выглядит. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут по годам. 64-й. Издательство «Советский художник», Москва, 64-й год. Шедевры. А что он там залипает? Что-то там залипает. Ну, тоже, чтобы вы понимали, все в картинах. Грозный батюшка. На льва похож в старости. Репин. Протодиакон. Ух. Протодиакон. Самый прикол, там мне на рынке рассказали. На вот этих книгах можно заработать больше, чем продать ее. Прикольная фишка. То есть, ну, грубо говоря, вот та книжка, да, там 100 баксов стоит ее продать. Что люди делают? Берут картинки, которые там есть, вынимают с книги и в рамочку. И отдельно по 10, по 15 баксов. Вот. Но я, конечно, такое делать не буду. Это, ну, извращение. Жалко испортить такую вещь. Но видите, как люди
Да, там картин дофига. Так, и вот такую еще я взял. А, книги. Вот та, которая большая, я взял за 50 шекелей. А вторую, вот эту, что я показал, 10 шекелей. И вот это вот 10 шекелей. Здесь тоже, тут просто идут вот такие вот портретосы. О, ну, тут пачка, я так просто быстренько пролистал. А, вот, они сзади подписаны. Ленинград, 71 год. Пьер Дюмонсье старший. Около 1540-го, около 1600-го. Французская школа. Портрет. Портрет кого-то там. О, будем медленно расти над собой, пока космические корабли бороздят. Ой. Да, что вы там написали? На последний день Помпеи. Таки здравствуйте. Мне больше похожий на Гэндальфа. Да, Гэндальф. Так. Дальше. Значит, из очень интересного. За 20 шекелей это очень дешево. Ну, я так считаю. Как я тут? Вот так вот. Деревянная. Открываем. А тут медная медаль. На медали у нас с одной стороны Иерусалим, а с другой стороны Лев и Иерусалим на всех языках мира. Ну, на самых таких серьезных языках. Вот такая вот медалька. Это хорошие классные медальки. 20 шекелей, не деньги. Я не помню, сколько эта модель на eBay стоит, но я медные как бы хорошо держу, продаю. Главное, что она в родной коробочке, это важно. Такие израильские коробочки. Так, куда-то нам это складывать. Дальше, сейчас буду плеер вот этот хочу запустить. Тут сзади батарейки окисленные, я его сейчас вскрою. Запущу. И кассет я набрал стареньких. Майкл Джексон, Бон Джови, причем еще из вот этих кассет, кто помнит, вот такие кассеточки старенькие. Мадонна. Еще ценник 7 шекелей. Это было ой как давно. Тоже из старых кассет. Кассеты, которые нельзя записывать. Видите, сразу эти убраны. Ну, вставляли бумажку и записывали. Если вдруг переписывать. Но это именно старые-старые кассеты. Еще одна Бон Джови. Такие все известные беру. Это что такое? А, Элвис Пресли. Тоже из старых. Еще одна Мадонна. Старенькая. А, и Клайзмер Банд. Клязьмерская музыка. Вот. Это я хочу. Ой. Сейчас хочу. Таня мне сейчас поможет. Не поможет. Свалила куда-то.
Мне как надо помощь, она сразу быстро сваливает. Сейчас я картины уберу. Картины, портреты. Отложи мне кассету с Джексоном, поностальгировать о детстве. Слушай, отложу, если Таня не отберет, потому что она у меня на Джексоне больненько. Ронни, ты в точку. Старенькая Мадонна, да? Мадонна старенька, но она еще молодец. Я не хотела вас любить. Ага. Любитель живописи. Книги уже помутил. Так. Иван Хоменко, шалом, добрый вечер. Так, Китя, давай, наверное, мне немножко помогай. Блин, что-то у меня зажало под лопаткой, видать. Ой, дай мне, наверное, мокрых салфеток и сухую тряпочку. Я попробую сейчас этот плеер протереть, вставить батарейки. Сейчас Таня там побеседует. Я пока месть сделаю. Вот так. И вот так, чтобы меня не видели. На Митронова. На пару минуточек на Митронова поглазейте. Или через это, или через интернет. Я думаю, да. Может, сегодня зайти попробовать. И простую тряпочку белую, чтобы протирать. Бытовру он тебе заплатит в следующем месяце. Он не может тебе, не обязан. Я Башира видела, а он Марисак, как ты говоришь, такой.
естественно, что я его как технику уважаю, это мой дар, ты что, не скажу. А ты что, это я тоже, наверное, ушла. Все куда-то разбежались. Ну, смотри, кто-то разбежался, кто-то нет. Это ж такое дело. Так. А где все? Все на месте. Сейчас, я тоже на месте. Всем привет, хорошего вечера, Рони, Таня, Жора, вам шалом. Слышь? Рома, шалом. Шо? Из-за коронавируса автолагу пошел ток, не перерывали, слышал? Нет. Автолаг вот? Вот, а Оля видела, позавчера. Клево. Да, автолаг вот. Надо подумать, а Жора тоже уже надо подумать. Так это-то ничего делать. Так, напоминаю, сейчас пытаюсь запустить вот такой Panasonic, взял за 5 шекелей, не за 10, за 5, вот, уже уходил, увидел его у человека, еще и кассета в нем, английский шаг за шагом, прикол, внутри чистенький и идеальный. Понаружи я его прочистил, вот он. Все симпатичненько. Не битый, не роненый. Но. Он там работает, только попробуй что-то нам сказать, я пишу пустила. Вообще нормальный. И в масках отсюда. Видите, что творится? Мне мы выходим постричь. Просто жесть с батарейками. Сейчас попытаюсь, что оно мне. Блин, оно тут насыпалось на стол мне. Там не спасибо больше. Ну, делаем ставки. Заработает или не заработает? Знайомий вчора пробігав через барахолку нашу, знову бачив хронограф швейцарський. Шкода, що не сфоткав і не кинув мені. Може, також був би цікавий комусь. Хронограф? Закроється, закроється. Який хронограф? Ти мені тік-так? Це не хронограф. Так. Сейчас мы тут постелим тряпочек. И будем доставать батареечки. Чем-то их надо ковырнуть ножничками. Это ж надо так. Жесть. Потекло хорошо, но контакты все целые, на удивление. Обычно они сгнивают, так что есть шанс запустить.
Метроном. Да, метроном это называется. Вот обленились, я вам говорю. Уже покупаем вот такие ведра с мокрыми салфетками. Не спиртовыми, а просто они там смочены какой-то водой. Чтобы не бегать, тряпочку не мочить. Ну, удобно. Сидишь так. Ведерочко открыл, достал. Бегаешь в Орхолка, надо мне звонить через телеграм, Роня нельзя, он в магазине занят. Так, Льва не слушаем. А, Влад, что это за ссылочка? На что? Вроде как почистилось. На удивление, такие окисленные батареи такие рассыпанные и компакты не затронуло. Сейчас еще фонариком посвечу, посмотрю. Ой, ювелирник надо еще поставить на зарядку. Все забываю. Да, контактики все четенькие. Ну что, попробуем. Еще батареек новых нет, там какие-то бушные у меня валяются. А, блин, это толстые батарейки. Рега, сейчас мы у сына помутим батареек толстых. Еще нам надо наушники. И наушники надо где-то. Так. Ссылка на то, что называют хронограф. А, нет, хронограф нам не надо. Я секундочку, я сейчас батарейки раздобуду и наушники. Thank you.
Так, батареечки, наушнички. Пробуем. Что-то тишина. О, инкассаторов, это клево. Обидно. Надо бы попробовать контактики почистить получше. Батарейки ж не могут быть по-другому, правильно? Ага. Все, и шкаф мне уже надо завтра. Зашумело, но не крутится. По-моему, там грязь. Да, короче, его надо вскрывать, смотреть. Так, это у нас тейп и радио. Радио.
выключаю, буду заниматься им в свободное время. Шум пошел внутри, но эти не крутятся штучки. Дивиться будеш? Ага. Там всю страну ограбили. Дивиться, нічим 180 гривень осталось до пенсии, но хлеб только пока я на диете. 182,5 метра. Да. Так. Все это хорошо. Сейчас я тут уберу мусор вот этот весь. Сейчас, секундочку, выкину мусор. Покупаю магнитофон. Значит, ну, взял недешево, как бы, ну, по моим меркам, как бы, человек просил 50, я говорю, да не, ну, дороговато. Вот, ну, как-то не привык я такие деньги отдавать. Ну, очень классный продавец, очень такой душевный, все. Он говорит, ну, а что, как, что ты дашь? Я говорю, ну, смотри, как бы не буду там сильно наглеть, ну, давай хотя бы там 40, я его заберу уже и все. Вот. Ну, я его взял за 40. Хотя, ну, в принципе, я такие деньги не даю. Ну, взял, ладно. Идем с Таней. Таня говорит, ой, классный магнитофон, Ленинград. Какой Ленинград? Легенда. Выставляю в YouTube ролик, еще один умник пишет. Классный магнитофон, Ленинград. Ёлкиш с палками. Для тех, кто на бронепоезде. Легенда. Да? Кто там на бронепоезде? Что за донат там был? Там не было доната, то был новый подписчик. Да. Вот. Значит, не нашел он блок питания его, но сказал, поищет. А он еще от батареек, но, наверное, от таких, которых у меня нет. Да. Тут, наверное, толстые батарейки, но там я вижу окисленный контакт. То есть надо тоже вскрывать его, чистить. Конечно же, буду надеяться, что он работает. Легенда, 89-й год выпуска, 139 рублей. Ну, очень прикольно. Тяжеленький, толстенький такой. Прикольно. Я уже забыл такие открывалки и кассеты. Вылетающие кассеты. Класс. Ну, очень буду надеяться, что он работает. Я попробую. У меня, по-моему, есть толстые батарейки, но надо так там контакт почистить. Может, сейчас, если даже не поленюсь, пойду достану толстые батарейки. У меня есть. Так.
Зарицкий опять зашел. Привет еще раз. Оля Варварин, всем привет. Ольга Варварин, шалом, добрый вечер. Привет файному місту Тернополю. Бережіть Володимира. Він вам ще потрібен. Як ваше здоров'ячко? О, что-то спину ломит. Где-то там зажало что-то под лопаткой. И в шею отдает. Да будет. Жена меня потом помассажирует. О чудо. Дизлайк пропал. Да? Сейчас появится. Дизлайк давно пропал, еще когда я зашел на стрим. Появится дизлайк, не переживайте. Мир не без добрых людей. Мне там пару человек пытаются рассказывать, там у тебя стримы скучные, у тебя там то, у тебя там все. Не надо мне это рассказывать. Я, во-первых, не клоун. Я такой, какой я есть. И наигранного здесь ничего не будет. То есть это будет так, как есть. Кому нравится, тот будет смотреть. Кому не нравится, тот не будет смотреть. Вот. То есть все очень просто. У меня спина болит за 2 дня 30. Ведер выше нарвало. Ужас! 30 ведер вишни. Ничего себе! Это жесть. За 2 дня. В день 15 ведер. Да. У нас было, я вам сейчас скажу. У нас вишня была такая мелкая, кислая. Я вишню вообще не люблю. Вот эти, знаете, дворовые, что идешь по частному сектору, они на улице у всех растут. Такие мелкие, противные, кислющие. Вот, так у нас перед двором раз, два, три. Три вишни было перед двором. И во дворе еще в саду парочка таких была. Блин, чтобы ведро нарвать, это надо умереть. Но я, правда, никогда не рвал. То есть я всегда на эти земельные работы забивал. И 15 ведер вишни нарвать, это, конечно, катастрофа. Это корова. Не, это не мое, люди. Это не мое никак. Так, дальше. Давай. Еще один мафон взял. За 10 шекелей. По-моему, Санья. Да, Санья. Сказали, приемник работает, кассета не работает. Вот. Ну, меня это сильно не пугает. Тоже тут под батареечки есть. Да. Да, батареечки. Провод можно складывать. Батареечки включать. Что-то я сейчас тут поломаю, пока сложу. Не поломал. Где-то у меня тут 220 было недалеко. Где у нас включение? Это пасека. Головки чистенькие. Да, пасека.
Окей, это не проблема. Так, где у нас приемник? Я слышу, что я тебе скажу? Что ты хочешь? Продавец? Продавец? Нет, ты же не продавец, ты мясник. Так, в общем, работает, но что-то шумит. Надо посмотреть антенну и пасик поменять. Разобрались. О, плеер стал работать. Думаю, что шипит. Радио начало работать. Я не знаю, как, где у меня микрофон работает. Какой микрофон работает? Ну. В общем, заработал. Как его выключить? А этот не заработает? Нет, этот не работает. Не крутится, надо разбирать. Ну, приемник заработал. Там окислено, наверное, надо разобрать и сделать. Ну, 15 ведер съесть, если без косточек и кормить, принцессы будут. Лев, ты себя в зеркало видел, какие принцессы? Как тебе тесок, Лев? Я подивился на це видовище. Я бы даже заплатил, чтобы такое увидеть, как льва кормят принцессы вишнями. 15 ведер без косточек. До сих пор не купил губозакаточную машину. Я ему ищу на барахолке, не нахожу. Анхоменко на мой размер пока не делают. Какой там размер, лев? Надо, кстати, выгрузить. У меня тут еще серебряный браслетик. Таня надыбала 925. За 10 шекелей взяли. Прикольный такой. Миниатюрненький. Надо выложить.
и золотишко. Мне сейчас золото надо, я перстень буду делать. Золотишко такое. Цепочечка порванная. Ну, на лом пойдет. Каждую бы барахолочку так по чуть-чуть, по граммчику, по два, по три. Дешево я имею в виду. Недорого. Дорого я ж не даю. Ой. Спина тянет. Так, эту тряпочку можно убрать. Я принц и точка. Лев, ну хорошо, будешь принц. Как скажешь, никто не спорит. Да, будешь принц. В чем проблема? Лишь бы ты улыбался, Лев. Так, сейчас я... Да, всем весело, особенно Льву. Лев принц. Сейчас вы понаблюдаете за этими штуками, пока я это самое. А я вам пока порассказываю, какой тесак там мусор. Ты о чем? Какой тесак там мусор? Планы на будущее. Единственное, что, конечно, сейчас планы будут немножко сбиваться из-за жары. Потому что, ну, реально, жара такая веселая. Значит, Таня у меня вышла на преждевременную пенсию. Все. Будет сейчас на дому работать. И, исходя из этого, Ронни Десь, улыбальник пропав. Да, ну здесь многие пропали. Если я сейчас запущу розыгрыш, и появятся все улыбальники. Поэтому как бы я не напрягаюсь. Ну, это нормально. То есть, ну, людям нравится там розыгрыш и там все такое. Поэтому они как бы были. Будут опять розыгрыши, опять люди нарисуются. То есть, это нормально. На рыбалке, наверное. Да, Влад, она как ушла на рыбалку месяц назад, так там и сидит. Включи их маленько для музыкального фона. Лев, я ничего просто так не делаю. Включить метроном 100 рублей 5 минут. Выключить метроном 100 рублей. У меня исключений нет. Ты можешь задонатить сразу 100 баксов. Я запишу в любой момент. Буду их запускать, когда захочешь. Да, так о чем я? Значит, ну сейчас пытаемся настроить, наладить время. Сейчас, ну, Таня только как бы закончила с работой. Сейчас она, ну, по безработице там устроится, все вот эти вот дела. Мы посмотрим, что к чему. И начнем потихонечку. Я буду магазин закрывать в какие-нибудь дни, объявлять там своим покупателям, что я закрываю магазин там в какой-то день. И будем с Таней ездить по Израилю и все снимать. Вот. Ну, поначалу по северу покатаемся, покажем, чего у нас там, река Иордан, Кинерет, горы, там такое все. И потом поедем дальше. Так что, единственное, что жара, очень сильно тормозит жара. Тем более, она сейчас, она еще не началась, она вот сейчас только начнет начинаться. И она будет, конечно, нас немножко сбивать с панталыку. Но я думаю, что будет нормально. Дальше. Я так думаю, что Таня начнет дома потихонечку запускать стримы на моем же канале. Пока я там буду работать, она будет запускать стримы. И будет тут потихоньку что-то варганить. Тут проект «Черепаха» надо возобновлять. В общем, начнем шевелиться потихоньку. Теперь твоя очередь, дорогая золотишко, я могу продать.
Влад, вот тебе чисто по дружбе, я тебе, по-моему, уже говорил. Я то, что могу своим предложить, это лом плюс 10%. Больше я не дам, мне нет смысла. Люди любят халяву, и то, напевно, все. Да, ну я тоже люблю на халяву, почему нет? У меня, люди, у меня на розыгрыше есть куча всего, и мне это было в кайф, но я очень запаханный, то есть у меня реально нету сейчас ни сил, ни времени, ничего, желание есть, очень есть, и классно было на этих стримах, там, и мы прикалывались, и все, мне классно было, что я людям там это мог там подогнать, переслать, то есть мне это в кайф было, реально в кайф, никаких претензий не имею, но... На данный момент очень много работаю. Даже eBay забросил. Поэтому, ну, вообще никаких ни сил, ничего. Так что будем ждать чуть-чуть лучших времен. Вот. То есть и я ж, ну, я думаю, вы уже поняли, что я... Ну, вообще никак не жадный. То есть нет у меня такого, что я там жадный был или что-то там, жалел там разыграть что-то. Нет, люди, ну, абсолютно нет. Я не буду как бы говорить, да, но я до сих пор там кому-то что-то дарю. Вчера кому-то что-то подарил. Серьезно. Хотя мог себе просто оставить, а мог продать. Вот. Но я люблю делать подарки. Так что, в центр не езжайте, меня нет дома. Лев, вот даже если ты заплатишь, я к тебе не приеду. С такой короной, которая там у вас, раз, два. Я жил в центре, я знаю, что это за муравейник, что это за балаган, шум, пробки, светофоры эти все. Вот, я в Ришине жил. Не мое вообще. То есть вот север, деревня, колхоз, да, тишина, спокойствие. Это мое. Тем более, что я очень люблю север. Тут куда ни кинься, везде реки, горы, леса. Ну просто сказка. А у вас там что? Бетонный асфальт, тону. Мне подобается, как нас люди ненавидели. А что люди ненавидели? Все нормально было. Я очень жадный. Лев, что ты на себя наговариваешь? Ничего ты не жадный. Все с тобой нормально. В этом плане. Ты немножко дурачок, да. Но чтоб жадный, нет. Ну ты мое мнение знаешь. Так, люди, у меня кофеек закончился. Я пойду сейчас быстренько кофеечек себе сделаю. Кушать, ну, мы делаем все.
Так, там пока чайник закипает. Ой. Пока чайник закипает, я могу еще что-нибудь показать. А, о! О! Камеру на барахолке взял. За 5 шекелей. Но не проверил. Новая в упаковке. Microsoft HD. Да, так. А у себя я сейчас не смогу проверить. Если я отключу, я уже не подключу, правильно? Или смогу? Не, я лучше сыну дам. Я пойду у сына попробую. Шекели. Да? Там много таких вещей попадается, я же не знаю, что брать. Знаешь, камеру я знаю, что надо.
Блин, кофе. Звоняют люди. Камеру настраивали. Настроили камеру. Шикарная. Ну, новая. Майкрософтовская. 5 шекелей. У сына поставили. Так. Чего тут писали? Мне подобается, как нас, а? Я очень жадный. Я твой брелок на зеркало в машине повесил. Так люди жалуются. Это что мне пофиг. Лев, проказник, да. Лев. У меня в Жигуле такая ручка коробки была. Она... У меня есть, кстати, Зекпром. Эти ручки. У меня одна, правда. Шалом из Украины, всем зрителям и ведущим канала Автомото UK. Шалом, добрый вечер, шалом Украине. И большой шалом. 20-сантиметровый. Прикольно было. Олега Лимова. Автомото UK, ведущий отошел. Пипи. Ведущий не отошел пипи, ведущий отходил за кофе. Кофеёчек сделал. Ой, автомото это класс. Тем более я бывший автослесарь. Мазы автослесарь, не просто автослесарь, у меня свое СТО было в Украине. Классификация по Фордам. Гранада, Скорпио, Сьерра, Эскорт, по старым фордам. Но походу и другое все. Рифтовка, геометрия, подготовка под покраску, покраска сам и подготавливал, и красил. Так, ладно, едем дальше. Так, очередная Невка за 5 шекелей. Еще и с держателем, но он, правда, ржавенький. Вот. Но Невочка классная. Цена 4 рубля 40 копеек. Это из первых. Естественно, я ее восстановлю. Это из первых еще... Открывалка вот здесь вот впереди, не как везде, что палец внутрь засовываете и кнопку нажимаете, да, чтобы снять шпулю, а открывалочка передняя, здесь вот клац и снимаете. Вот она, кто не знает, это первые выпуски Невок. Так, ну тут все не так уж и плачевно, как я думал, все отлично.
Все отлично, она просто сухая. Даже подушечка целая. Шикардос. Так, переключатель. Здорово. Дальше. Вот такую шнягу взял. За 5 шекелей. Выточенная фиговина. Да, ну покажи сыну, что папа купил. Уже он у себя хочет поставить. Ну. Четыре подстаканника. 5 шекелей. Я лучше спрошу. Короче, вот такая вот фиговина. Сыну моему не надо, у меня остается. Так. Подстаканники прикольные. Тут бизон на подстаканнике. Я таких не видел. С бизоном. Честно, мне не попадались на глаза вообще. И я вам скажу, что они очень старенькие. То есть у них такой проштамп, видите, днище. У алюминиевых другое оно было. Я еще цену не вижу. Вы знаете, они очень старенькие. Цены нету. Я цену не нахожу. Их надо помыть, конечно, но штампа цены нету. И нету там обычно коды какие-то, где оно делалось. Нема. То есть, может быть, это были вообще какие-то офисные. Надо поискать на этом самом, на eBay. Говорится, хочешь заняться? Смотрите, вот такой вид снутри. И широкая платформа снизу, не узкая платформа. Нету нигде никаких штампов, никаких опознаваний. И ручечка тоже такая широкенькая, проштампованная. То есть подстаканнички очень прикольные. Мне такие не попадались. Так. Ой. И сколько же я отдал? 20 шекелей. 20 шекелей. Электронная защита. Источник питания стабилизированный. Вот такая штука. Сказали, работает. Слушайте, дорогая штука была. 25 рублей, 89-й год. Сказали, что включили, проверили, работает. Электронная защита, сеть. Что включить? Так, розетку включил. Заработало. Теперь понять, что это такое и куда его применять. Купить-то я купил, а что это, я не знаю.
Я такое дело не помню. Подсоединяются плюс и минус в проводах штекера. Грубо, точно. Настройка. Что им делать, люди? Кто-то знает? Патрон этот, блин. Резиновый был прикольный. MPP. Сколько такая стоит катушка на eBay? О, Лев, я такие катушки продаю по-разному. Набери Невка катушка и посмотри Sold the Time. Вот, я думаю, от 10 до 30 долларов. Потому что я их и в опте продаю, и по одной продаю. Ну, в среднем 20 баксов катушка. Полезная штука от скачков напряжения. А как ее подсоединять? Там же нету, куда шов втыкать. Там какие-то как щупы подсоединяются. То есть там может тестировать что-то. Я с фото отошлю, у меня электрик. Хороший мой приятель. Ваку. Он мне пояснит, чего это. Куда это девать. Ну, вы оформили там жиры? Жоры там оформили? Да. Станя пока станет на очередь по безработице. Мы уже вроде как записались. Лишкатка, слышишь, Влад, сказали, ты что же там сейчас будешь становиться? Что... Лишкатку сейчас будут платить не полгода по безработице, а год в связи с коронавирусом. Вообще лафа. Вот, короче, государство будет платить. Сидишь дома, тебе платят. Так что клево, очень клево. У нас через такие новые все компы подключены. Да, для компов я знаю стабилизаторы. Знаю стабилизаторы под телевизоры, у нас в Советском Союзе было. То есть у нас 220, потом такой блок стоял белый, с клавишей такой большой сверху. И в него в телевизор подсоединялся. То есть ты нажимал, оно было в розетку включено, нажимал на эту клавишу, на полу оно стояло, и шел ток на телевизор. Вот. А здесь нет уж под розетку. То есть там плюс и минус такое штырьковое. Штырек 1, штырек 2. Плюс-минус. Вот. То есть надо понимать, куда это, чего это. Ох, как спина болит. Да, до июня 2021 года продлили. Да? Да. До июня 2021. Супер. Лафа. Класс, везет же некоторым. Вот будет у мужа на шее сидеть, еще и деньги получать. Не надо мне на шею сейчас лезть. Я по-моему, тогда уже начать. Нет. Блин. Таня, ты сейчас... Все. Вот в прямом эфире. Все. Блин.
Ну что ты залезла? Ты договорился, ты же сказал, я вот год целый буду сидеть теперь. Теперь моя очередь. А ты пока работаешь. Да. Ой, как хорошо, слушай, я даже не знала, что так хорошо сидеть на шее у мужа. Все? Слезай. Да ладно. Смертельно. Главное, кричать. У меня шея болит, спина болит. Давай. Включили станок. Вертолетные деньги. Другого варианта нет. Вертолетные. А что за вертолетные? И ножки свесил. Да. Ничего себе, и моя теперь мне на шею лезет. Это заразительно, да? Что-то мне зажало там конкретно. Может, вот тут тебе идет опять от спины? Ну, может быть. Давай я тебя хрустну. Не, хрустеть. Люди подождут. Хрустеть меня не надо сейчас. Чего? Не, не. Чего? Не. Тут где-то болит? Выше. Да. О, да. Так давай. Позвонок выпал. Это чуть-чуть, а 5 минут это вернулся в строй. Давай, вставай. Дайте минутку, мне сейчас жена позвонок вправит. Прямо тут сейчас. Ой. Давай. Смертельная нога. Сейчас я вытяну. Ой, старость, не радость. Ох, бьет в шею. Тапочки твои валяются. Да, все. Меня хрустнули, смазали. Продолжаем. England.
Рони, ты хоть метроном включи. Да я ж не включаю его просто так, Тима. 100 рублей. Да, то есть 100 рублей 5 минут. И можно сразу 2 метронома. 3 пока нет. Можно 3 проплатить, я еще минуту катушку покручу. Я шучу. То Лев сейчас заплатит. Не-не-не. Сильно громко. Не надо. Почему не надо? Так, что у меня там еще есть показать? Пластинок 55 штук. Ну, что показывать? Еврейские в основном, английские. А, еще пластинок столько же. Там русские и украинские. Украинских пластинок нормально так принесли мне. Где-то десятка-полтора. Десяток, полтора десятка, где-то так. Что там еще у меня? Я же не помню, что у меня... Что-то еще было. Пойду гляну. Еще, по-моему, нашел. Сейчас посмотрю. Ага, да. А, так я это показывал в магазине. Это часы с барахолки, колокольчик, брелок. Это я показывал. Так. Подсвечник я показывал. Вот это, по-моему, не показывал. Да, это не показывал. Подставка под фотографию. Вот такая железненькая. Подставка под вино в лежачем состоянии. У меня два стоячих есть. Ну, можно и в стоячем, как бы, но это лежачие именно. Два стоячих у меня есть в баре. Это в лежачем положении. Часы я показывал. Я показывал среди недели на стриме в магазине, запускал стрим. Так. Потом рюмки мне приторобанили. Очень классные. Целая коробка. Кто разбирается, тот поймет. Это старые резцы. То есть старенькие рюмочки. Ну, как старые. 60-е где-то. Да, 70-е даже, может быть.
И это у нас Франция. Французские рюмочки. Очень классно, я люблю такие старые рюмочки. Современные вообще не переношу. Так. Что тут еще? Домино. Притарабанили. Ну такое. Фигня. И они тут не все такие. Тяжелый пластик. Сегодня, короче. Коробочка хорошая на посылке из рубежа. Деревянная кобра. Еще коробка с рюмками. Ну это уже современные. Вот такие эти. Ну такие я. Вот мне надо, кстати, родственнику. А, тут три рюмочки. Да, хорошие. Три рюмочки у нас. Форка, барка. Какие-то футбольные. Они разные, да? Да. 1899. Вот такая рюмочка. Футбольная. Еще одна рюмочка. Тоже барка какая-то. Не знаю, что это за. Так, рюмочки. Дальше фигня. Плеер. Алены. Ё-моё. Слушайте, я же и забыл. У меня тут целый пакет. Я уже не помню, что мне приносили, что мне не приносили. Ранее ты хоть дерьмо. Я сегодня тоже затарился хорошо, зажигалочки попались прикольные, скину фото в телеграм. Давай, Тима, в тебе точно никто не сомневается, что ты таришься. Пластинки Утёса на 78-й скорости интересуют. Они тебя могут долго интересовать, потому что меня они тоже интересуют. У меня Утёсов есть, но не на 78-й. Рони Шалом, было классно, но маю трішки справи. Володимир, до побачення, на добраніч. Так, стеклянні такі підсвічнички, треугольничок. Подсвечничек. А вот это непонятно. Для чего вот такая ложка? Я вначале думал, ну, для этого дела нагревать, да? Тут вот что-то было приклеено снизу. Клей какой-то, видите? Как-то оно так изогнуто, непонятно. Да что это за фигня, кто-то знает. Ложка.
парочка без опознавательных знаков. Для чего, непонятно. Так, всякие вилки, ложки говёные. Одна мельхиоровая из старых. Кольчугин завод, мельхиор. Старые. Так, ну это все фуфел. Медалька, да. Медная медаль в коробке, город Кармель. В городе у меня магазин. Ручечка в упаковке, ну простенькая. Это ведерочко не серебряное, фигня какая-то. Какая-то деревянная крышка от чего-то с подписями, со знаком Израиль. Диктофон Айва. В идеальчике. Кстати, можно попробовать его запустить, да? Да, сейчас мы его попробуем запустить. А, тут маленькие батарейки. Работает. Не работает. А, кассета закончилась. Кассета такая. Классная штука. Такие слушайте, слушайте, потом перемоточку. А что он так быстро говорит? А как записывать? Как записывать? А, наверное, надо переключить на запись.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Вообще не мой голос, да? Ну прикольно, слушайте, классно. Рабочий, Айвочка, в идеальчике притарабанили мне. Made in China, кто бы сомневался. Так, аппаратуру сюда. Шалом, ложка, не ложка. Это крючок, который был приклеен к полке. Да? Дока, шалом. Добрый вечер. Так, что у нас тут еще интересного? Опа. Что за фигня? Какая-то пряжка, наверное, с двуглавым орлом. От ремня, наверное, чего-то. Так. Тут куча всякой фигни. Ну ничего интересного, короче, колечки какие-то, брошки, тапочки и кольца под эти самые, под мясорубку. И всякая фиговина, видите? Ну, ерунда, короче. Ничего такого. Так, тебе же надо все назад упаковать, блин. Безобразная герцогиня. Книга. Чувствую, герцогиня. 63-й год. Перевод с немецкого. Станевич и Горькой. Картинок нет. Книжон такой. А вот это я, по-моему, показываю. Очень классная штука. Нью-Йорк. И тут сзади еще цена 9,95. Но это какая-то старая цена, мне кажется. Почему? Это классная штука. В чем прикол? Тут Нью-Йорк. Да? Но это все открытки. Видите, задняя сторона, и они отрывные, то есть, я не знаю, вы увидите, нет, вот видите полосочка,
То есть это отрывается открыточка и отправляется. Очень классные открыточки Нью-Йорка. Надо посмотреть. A book of 30 postcards. В принципе, и все. Брелочек Манчестер Юнайтед. О, да, футбольная команда, да? Манчестер Юнайтед. И тут какой-то черненький. Это что такое? Что это такое? А, что это, скобки? Телефон записывает в эконом-режиме, в медленном прохождении. Пленка через головку воспроизводится в нормальном скорости прохождения пленки. Замедление скорости при записи не менее x3 раза. Угу. Там я видел, там переключатель, надо разобраться. Вот, потому что... Ну, прикольная штука. Можно так где-то чего-то записать. Ну, я еще подумаю, нафиг он мне нужен. Так, понаблюдаем за метрономами, какие они красивые. В принципе, все. Там, по-моему, остались только пластинки, но я их не буду тащить, показывать. Смысла нет. А, еще телевизор есть, притарабанили. Но фигня полная, короче. Они на eBay 10 баксов новые стоят. Так, пакет с тем, что нельзя показывать. Тоже есть, вот он, мы его не показываем. Да, в принципе, все. Может, подскажете, смотрите, может быть, можно что-то придумать все-таки. Как бы мне в телефоне усилить антенну, чтобы стрим вести с тех мест, где фигово с антенной. Чтобы не делать запись, потом это все монтировать, шмонтировать. А чтобы я вот так вот включил его там в машине, к примеру, да? И еду, даже не по городу, а между городами. Там и на Кенерете, то есть, чтобы стрим запускать. Может, какой-то усилитель есть такой, что ловит хорошо телефон. Надо как-то подумать.
Так. Бежик. Я еще хотел попробовать кое-что. Проверить хотел. Где у меня захват экрана? О, захват экрана есть. Так, а теперь я хочу... звонок. А почему нету звонка? Ерунда какая-то. А ну Вайбер. А. Что, перейти на новую версию, закрыть. Сейчас обновим Вайбер. Там вроде нормальная связь. На Кинерите, я думаю, да, связь нормальная. Тем более, тот пляж, куда я хочу приехать, курси, там вышка на нем стоит. Вроде это не от антенны зависит, а от скорости соединения. Ага. Да, есть усилитель, сделай шапочку из фольги с антенкой и с ней езди. Супер усилит. Скорость соединения передачи данных можно проверить по этой ссылке. Speedtest.net. Да, я знаю эту ссылочку. Спасибо, Дока. На Цейлоне вышки и на Лагуне, там, где лодки на бетон спускают. Да, ну я знаю. Я все время напротив этих вышек блеснил с лодки. Так, секундочку. Ага. А ну-ка. Да. Слышишь, я не думал, что ты спишь. Я извиняюсь дико. Я не сплю так. А, нет? Дико извиняюсь. Я думал, ты там сидишь сейчас где-то, чаечек пьешь на кухне. Блин, а тут вдруг бах. Да. Я тогда отключаю тебя, чтобы не смущать. Извиняй. Не, ну хотя бы проверили, работает. Так, дорогой, давай, все, отдыхай, извини, прошу прощения. Все, давай. Блин, что-то я неудачненько льва набрал. Надо ж такое. У кого еще Вайбер есть, кому позвонить?
Только не спать. Да, он в постели, блин. Я извиняюсь, Лев, я не думал, что ты в кроватке уже. Я ж это самое, от стыда вспотел. Да, работает, ясно? Можно вот так вот по вайберу звонить. Можно он сейчас Влада Одесса на море послать. Я ему позвоню на вайбер, и он покажет вам ночное море. Онлайн. Посылаем Владу на море за 1000 рублей доната. Мне донатим, и Влад идет. Блин. Пришел главный антиквар дома. Нужно вот так вот. Раз. Правильно, дело в том, что объемный размер видео не совпадает с максимальным объемом возможности передачи данных сети. Вот из-за этого и не состыковка. Я за 1000 шекелей схожу. Влад, за 1000 шекелей я сам к тебе в гости приду. И буду вести онлайн-трансляцию. Не, за 1000 не пойду. Это я вам буду к тебе пешком идти. За 1000 шекелей. Не прогуляйся, пока я сплю. 1000 шекелей, не, я не пойду пешком за 1000 шекелей. Лень мне за 1000 шекелей пешком идти. На машине поеду за 1000 шекелей до Влада. Запускаю стрим и еду к Владу. Да, съездить за 1000 шекелей можно. Ладно, не хотите платить, пойду под душем скупаюсь. Ты хочешь, чтобы я тебе позвонил на вайбер, будешь купаться под душем и разговаривать? Уже была такая неудобная ситуация со Львом. Так, ладно, вайбер убираем. А с WhatsApp нельзя так позвонить. В WhatsApp нету такого звонка. Почему-то. Очень странно. Новая группа, профиль, фильтр, настройки, выйти. Я могу по всей набережной пройтись. 4-5 километров. Донять 5000 шекелей, и я Рони кошмарить приеду. Лев, брось ты это дело, Рони кошмарить.
Меня дома нет. Звони. Я только отключил поиск. Лада Деса есть. Секундочку. Сейчас попробуем. Где у меня захват экрана? Ой, не там. Звонок. О, привет. Здорово. А что ты камеру выключил? Качество связи плохого. Нет, ты ж камеру выключи. Что-то видео нет. Так я же тебе говорю, что камеру включи. Нету видео. Было в начале. О, есть. Все есть. Да, теперь есть. Ну, работает. Да, прикольно работает. А ты меня там нормально слышишь, видишь? Ну, слышно плохо. Слышно плохо? Ну, я буду погромче говорить. Не вижу и плохо слышу. Да, и ты завис почему-то. Повернулся и завис. У тебя связь фиговая, наверное. У тебя телефон фиговый. Да, все. Ну, оно, короче, не работает с тобой что-то. Да. Все, ладно, иди купайся. Да, с Владом что-то связь не очень. Надя, перейди в душ. Так неинтересно. Лев старый извращенец. Тебе Владика в душе надо. Тебя, тебя не видно и плохо слышно. Влад, я думаю, что-то у тебя фигня. Надо просто еще кого-то набрать. Лев в постели, поэтому не будем. Надо кого-то с нормальным телефоном. Влад, меня твой телефон... подозрительным очень. У меня твой телефон... Может, я не прав, но... Так. Забираем. Трам-парам-парам-парам. Можно Варварину позвонить, Роме можно позвонить, они у меня есть в Вайбере. Время-то видишь? Вижу. Но мне так хочется позвонить. Твой голос терялся. Ну, не знаю, Влад. Надо будет как-то попробовать пораньше связаться. Так, все, отключаю я второй экран, Viber. Где на захват экрана закрыть. Телек закрыть. Вообще, да,
в принципе, все, можно начинать отдыхать. Зажигалочки в группе зачетные, фотоаппарат, классная зажигалочка, очень классная, очень-очень классная. Минуты позитива. Так, у меня отличный телефон, не завидую. Ходя тушите всех. Я так и делал. Я раз и всех потушил. Не, Влад, ну ты же знаешь, я независтливый, тем более, чему там завидовать. У меня у жены телефон лучше, чем у меня, я не завидую. Моему телефончику уже 1.5 года. Чуть-чуть и менять буду. А может, еще попользуюсь. В принципе, он у меня хорошенький, целенький. Все четенько. Ну что, люди, давайте прощаться. Трошки посидели, посмотрели. Всем хорошей недели. Здоровечко очень важно. То у нас что-то эта корона, блин, все хуже и хуже. Хороших покупок, продаж. Удачи в делах. Кто там чего крутит, мутит. Сергею позвони, посмотрим, чем он занят. Не, я ж так, я уже позвонил наобум. Посмотреть, чем он занят. Я думал, ты там на кухне чаечек пьешь, там с печенечкой какой-то. 10:30, а ты уже в баньке, блин. Надо отключаться, а то вы там все уже, наверное, спать хотите, я тут фигней занимаюсь. Так, давайте, люди, прощаемся. Всем удачи. Если чего, пишите. Все, шалом.